걸로 3 좀 잡으자. 비가 오는 날씨에도 불구하고 많은 관객들이 공연장을 찾았습니다. 러시아 사람들은 영화를 보러 가듯 공연장을 찾는 것이 일상적이라는데요. 또한 갖고 있는 옷 중 가장 멋진 옷을 차려입고 공연을 관람한다고 합니다. Я думаю, будет очень замечательно, потому что в России все мюзиклы поставлены на основе сюжета какого-то. Они великолепно исполнены, великолепными актерами. Также будет музыкальное сопровождение. Это здорово. И как вы считаете, чем у меня спектакль? Как это будет? Хорошо. Билеты проданы еще давно были. И уже было 100 аншлагов. И все прошли на ура. А когда вы готовили это билет? Мы тоже купили заранее. Но один месяц или два месяца назад, так надо готовить, да? Ну, все по-разному покупают, но мы купили где-то 2 недели назад. 공연이 시작되기 한참 전인데도 객석은 이미 만 원입니다. 무대에 설 만반의 준비를 마친 주현 씨. 오늘 의상도 직접 준비했다고 하는데요. 제 콘서트나 이런 거 공연할 때 해주시는 디자이너 선생님의 그 작품인데 제가 한번 이걸 입고 노래를 한 적이 있었는데 다들 너무 잘 어울린다고 포장해 이랬는데 어떻게 그걸 비싸게 사? 이랬는데 선생님이 알았어요. 재료만 받고 저한테 선물해 주신 거랑 다름없어요. актрису, которая сыграет Анну Каренину в городе Сеуле, Ок Джу Хён. Она сегодня в шоу.